И, друзья, мы вновь с вами возвращаемся в эфир. Только что были биты, и, может быть, даже ногами HellRaisers. Очень серьезно они проиграли. Но теперь есть возможность начать все с чистого листа. Игра под номером 2. HellRaisers против Team Alternate. И RUHAB по-прежнему продолжает трансляцию с БТС серии с Европа под номером 1. Ну и желаем нашим парням уже, наверное, тогда какого-то волшебного чуда, чтобы все-таки они хотя бы счет сравняли, ну и в каком-нибудь красивом, интересном стиле потом взяли, возможно, еще и третью игру. Букмекера, вот вы только что видели на своих экранах ставки, все-таки относятся к HellRaisers'ам как к людям, к игрокам, к команде, которая явно здесь фаворит, и 1.4 вроде бы там был коэффициент, в то время как на АТН 2.5, так что ну, посмотрим, кто-то, конечно, выиграет на ставках, но Dazzle. Dazzle появился, Вингу сами АТНы убирают. Не хотят, чтобы такой сильный персонаж усиливал и без того сильную команду HellRaisers. Как-то так. Не спеши к нам, Сергей, присоединяться, Смайл, потому что он, наверное, весь в новогодних заботах. Украшает там сейчас параллельно свое жилище. Разжигает камин, ставит елку, наряжает ее, там развешивает какие-то, наверное, гирлянды, иллюминацию проводит, подключает. Но ничего страшного, он вернется в самое ближайшее время. Ну и мы продолжим. Кстати, вот, ну, несмотря на то, что все-таки погода не способствует вот этим всем новогодним волшебствам, давайте так скажем, но уже чувствует все-таки Новый год, уже там появились повсеместно эти вот, не знаю, как их правильно назвать, загоны, в которых елки стоят, и там просто можно заходить и выбирать себе. Я даже купил себе сегодня елку. Так что после трансляции тоже буду наряжать. Что ж, Джакира Supreme пикает во второй раз. Хочется ему с этим... Ну, тут, ну, как бы номинально это саппорт, да, но на самом деле выполняет функции и пушера, и частично там какого-то кэрри врыват. Ну, не то чтобы там уже Кира врывается, но с Юлом может кого-то зацепить. Цепануть может. Такая вот история. 10 секунд остается, пойдет дополнительное время, а его еще целая минута, поэтому все-таки, наверное, смогут выбрать без проблем какого-то героя. Кто же будет этот герой? Интересно, также хотят сыграть вот в таком же стиле, просто идти давить? Или... Ну, Герокоптер. Ну, на самом деле, Герокоптер тоже очень даже неплохой персонаж под вот этот вот замес лютый там на Т3, потому что много у него скиллов, колдаун всех замедляет, там расстреливать можно флеком. Плюс, если что, там кого-то ракету отпугнуть поставить. Ну, конечно, Рокет Бэриш — это то, за счет чего Герокоптеры уже на первых левелах неприятны и отвратительны на самом деле, если вы играете конкретно против них. Ну, или наоборот, если вы играете с Герокоптером. 10 секунд остается для Годдема. Так, Dazzle, Dazzle, Dazzle. И... Какие еще варианты? Какие варианты? Ну, на самом деле тут... Алло, да. Здравствуйте, здравствуйте. Еще раз я рассказывал, что вы там активно наряжаете и украшаете свое жилище новогодними всяческими иллюминациями, елками и так далее. Так что... Вы. Вы. Вы, Сергей. Я? Да. Еще пока не начал. Еще не начал? Еще не начал. Ясно. А я елку уже приобрел. Да, у меня маленький ребенок, поэтому опасно это делать. Я думаю, как это сделать и где ее поставить. Слушай, а есть же сейчас вот последнее время, несколько лет назад, начали производители продавать такие вот маленькие елки. Они буквально там 50 сантиметров, метр и 1,50 м есть. Вот они, ну, как-то там их делают, вот реально. Ну, то есть это не то, чтобы она такая выросла, они просто как-то их скручивают из настоящей елки, и вот они такие маленькие и очень удобные. Мне очень нравится. Она компактная, ее везде можно поставить. Там прям хоть по одной в каждую комнату. Вот с Ваней Сарстайлом посоветоваться как раз на этом. Может, что подскажет. Ну, возможно, возможно. Так, ну, мы наблюдаем за игрой. И Бруда появляется. Вот такой вот ответ HellRaisers на Джакира и Герокоптера. Как Бруда в твоей практике? Бруда? Всегда неплохо. Если Бруда хороша, игрок хороший на Бруде, он... очень много... На Бруду тратишь всегда очень много времени. Если ты просто забиваешь на нее одно место, то
очень трудно потом будет что-то совладать. Она быстро сносит тебе тауэр, не дает фармить твоему керри. Если там какая-то, да, слабенькая дабла стоит, она, в принципе, ее убивает. Захватывает лес, выфармливает быстро себе какие-то хорошие артефакты и начинает работать тупо на две линии. Сетки хорошо расставляет на мидл и вот на свою линию где-то стоит. И всегда можно подключаться к атаке. Это такой жесткий персонаж. Но на нем надо уметь играть, потому что если не умеешь на нем играть так же, как на том же самом Эосперите, то, в принципе, бесполезный герой. То есть много возможностей, но надо уметь правильно их применять, знать там какие-то вот хитрости и как-то пользоваться ими. Ну да, вот есть Герохоптер, да, вот на нем что-то такого экстраординарного не нужно уметь делать. Ну вот есть Бурда, вот на ней нужно уметь играть, нужно чувствовать, где там стоять, потому что, во-первых, это герой офф-линии, а офлайн он сам по себе непростой. Хард-линия, как бы называется. Хард, тяжелая, все дела. Поэтому на борде нужно, да, отыграть много, чтобы знать ее хорошо. Какой тебе больше всего лайн нравится из трех? Из трех? Ну, где бы я играл? Ну, как-то так. Вот чисто без привязки, где бы ты играл. Ну, просто какая линия больше нравится? Бот, топ или центральная линия? Вот. Не знаю. Как угодно воспринимай, не обязательно там как-то там, играл бы ты на ней или не играл. Ну, по возможностям, центральная линия очень крутая. Не знаю, играл бы, наверное, я, скорее всего, на керри, либо на офф-линии, потому что тоже очень крутая линия, где нужно что-то постоянно, что-то придумывать новое. Если ты там не будешь ничего придумывать, импровизировать, то офлайн будет проседать всегда у тебя. Интересное мнение. Spirit Breaker появляется у команды АТН. Ну, они долго думали, видите, 18 секунд осталось дополнительного времени. То есть, может быть, решали... Ух ты, еще и Акс. Вот. Значит, они сразу, наверное, продумывали оба пика, то есть и Spirit Breaker, и Акс, потому что прям мгновенно Акс появляется. А Bounty Hunter, насколько он актуален против Broodmother? Или он такое. Ну, ты понял. Да ему просто нужно получить это 6 ЛЛ. Bounty Hunter может игра пойти так, что он, в принципе, 6 ЛЛ не получит. Но очень быстро. А так, да, ну, Bounty Hunter всегда крут против инвизеров. Есть такое в нем замечено. Но если он не быстро 6 ЛЛ не получает, ну, бесполезно против броты. Проще досты взять, которые сейчас с маленьким кулдауном. Там проще центри ставить. Bounty Hunter должен быть подстроен под твою игру, потому что если ты берешь конкретно против борды, это не то. С Bounty Hunter так нельзя играть. Bounty Hunter нацелен на гнобление там какого-нибудь либо леса, либо мида, либо какой-то линии. Ну, какую-то линию усиляет, потому что он постоянно передвигается, он мобильный. Соответственно, борда будет стоять против... Ну, как Bounty Hunter суппорт будет, соответственно, борда будет стоять сразу против даблы. А если дабла слабенькая, то там и она просесть может, если Bounty Hunter не будет приходить постоянно на эту броду. Ну такое. Bounty Hunter как-то мне не очень нравится. Ясно. Тебе больше активные нравятся, более активные персонажи нравятся против... Да не активные. Ну, он Аксов вот тоже бери, Акс Тарксира и играй против этой бруды. Ну, кстати, да. Слушай, а вот еще вопрос. Вот на самом деле, вот раз уж мы так про бруду заговорили, ведь есть же великолепный просто персонаж Тайдхантер. Тайт Хантер, да, неплохо тоже. Хорошо стоит очень против Бурды. Ну, Тайт, Акс и Тарксир — это, наверное, топ. Три топа, да. Да. Еще как-то одно время пытались Спиритом, вот этим Эмбер Спиритом, но что-то как-то не особо. Он проседает. У него фишка в том, что Бурда начнет делать спауны... О, Пудж заехал. Да. Давно кого не видел. В паблике сегодня последний раз только. Эмбер Спирит очень мало армора. И когда Бурда, она может даже с первого левела, вот со второго, когда у нее появится, там сетки расставил, да, и со второго левела уже начать плодить своих спайдерлингов и просто отсылать на этого Эмбер Спирита. У них атака-то не маленькая. Ну да. Вот. А у Эмбер Спирита как раз арморчика нету. И он просто с атаки проседает. Это начинает его так, коцать, да. И он к крипам не может подойти нормально, подинаить даже. Поэтому Бурда его в салат просто убьет. То есть соло на соло, мы про это говорим. Если так, конечно, с помощью какого-то саппорта Эмбер Спирит очень хорошо стоит против Бурды, но один на один это он проиграет ей. Ну да, и плюс саппорты современные не очень любят как-то быть активными, перемещаться куда-то на центр, там ганги, руны подбирать. Пока там саппорт отошел там на минутку, то этого времени может действительно хватить Бурде, чтобы там, ну если не убить, то достаточно серьезно
покалечить, какие-то нанести травмы, спириту заставить его волноваться за свою жизнь. Видел уже этого пуджа от Ашеров, вспомнил я. Это было в матче против ВП, только не помню, какой лиги. Но он там был, да, играл на нем как раз-таки и Бах. Он сейчас тоже на нем играет. И он там очень хорошо раздал. Там, по-моему, 15-7, что ли, закончилось, не ошибаюсь. Но они проиграли эту игру Ашеры, но Пудж там тащил, очень хорошо тащил. А как правильно, Ибах или Иван все-таки? Вообще, Иван, ну, все его зовут Ибах, чтобы запоминающийся вроде как. Ибах. Ибах, хорошо. Английский манер. Ну, знаешь, он будет Ибах будет на Пудже что делать? И бахкать. И бахать. И бахать, и бахать, вот. И бахать, правильно. Всем фисты. От Эмбер Спирит. Так. И бах. И да, фисты и бах. Отлично. Отличный план у HellRaisers. Неожиданный, конечно, вот персонаж появился, но он появился, и будем за ним внимательно наблюдать. Слушай, всех, вот всегда всех интересовало, почему Дэнди не пикает Пуджа? Почему ему не пикали Пуджа? Сильные герои слишком стали на мидл приходить. Это, наверное, поменялось все как раз-таки вот с версии, где вот эти лешаки пошли, лины. Но Пудж не постоит против них. Он может постоять против какого-то эсэфа. Там, типа, в начале затащить его там на третьем левеле и убить его моментально. Вот, но против лина так не получится. Сразу стан в лицо получишь, он тебе еще щиры забьет, потому что у Пуджа тоже. Вот посмотри на его армор. Да, она ему, во-первых, с большого ренжа будет разбивать с руки. А еще, если оно ее подтащит, или сам куда-то подойдет крипов, подъедает, сразу стан лицо получает и приседает. Пудж не может стоять, только с помощью кого-то. Ну вот американцы хорошо с пуджами приспособились, видишь, ты говоришь, на миде не может, и они потихоньку так его на саппорта перевели, там, чтобы он как-то хукал, как вот Миранка там как-то помогал, там вот что-то такое. Ну и вроде как прижился он там на Америке, и некоторые игры прям очень жестко с ним тащат. Перуанцы, есть команда, по-моему, Elite Wolves очень круто играет с Патмой, с этой. Они играют Ember Spirit Патма в миде. Ну и там вообще без шансов. Любой герой приходит, просто без шансов. Ну, старая добрая связка, и так раньше играли. Ну, Ember Spirit идет просто в наглую, связывает, и тебе прилетает 5-секундная стрела. На 200 дамага на первом левеле. Так, пауза. Ты ничего сделать не можешь. Ну, окей. Окей. Патма еще плюс юзабельно, у него это появился крутой спелл. Не спел, то есть способность этой стрелы, что она любого лесного крипа пробивает. Пробивает, да. Ну, убивает сразу. Да, это вот, круто. Я там скинул стрелу на миде, подождала, пошла в лес, еще одну кинула стрелу. Там получила, он сатирику, мучителя убила, почти получила сразу второй левел. Так она просто раньше бегала первого левела и ничего не могла сделать, а так сразу может и фармить, и подфармливать. Кстати, да. Ну что ж, подфармливает Акс на верхней линии против Шачло. У Акса 5 крипов, у Бруды, ну, тоже 5, если учитывать Денай. Но Бруда, на самом деле, может же хитро сыграть, не обязательно начинать фидить, да, паучками. То есть, там, да, Пудж умер внизу. Ну, он совершил. Там совершает. Да, там мало хп у него было, в общем-то, быстрый такой телепорт. Первый левел, так что все вроде как не... Ну, да, проблема действительно у Пуджа будет. Но, наверх, наверх, Пудж-то пешится, хотят убивать, походу, Акса. Нет, или просто свапает вступлениями. Нашачий выход. И... Ну, отменил. Ну, теоретически Пудж мог бы хукануть там, допустим, к себе Акса, но дальше бы дело не пошло. Вот, смотрите, свап линиями, потому что Пуджу, ну, вообще не по шансам там, видимо, стоять. Кристал Мейден. Очень... Акс сейчас телепортируется вниз. Я не знаю, зачем так делать. Просто свапнуть сейчас линиями. По идее, свапнуться. Ну, не факт. Ну, Геркоптер здесь удобно, на самом деле. Хотя, ну, посмотрим, в общем. Против Бурды, наверное, да. Ну, короче, можно слабаться, да, Акс может там как-то побежать за ней. Посмотрим. В центре у Templar Assassin, кстати, вот хорошо у нее, ну как хорошо, у нее проблема на самом деле, потому что у нее 5 крипов всего лишь добито, и не получается как-то более активно стать, но потому что постоянно сохраняется здесь вот этот вот Дазл, Андершук еще ядом набрасывает по Templarке. Сейчас эти 4 крипа зайдут под тауэр, она всех добьет, дабл дэмэдж включит. Ну да, может быть и такое. Надо только, чтобы они все-таки дошли до туда, наконец-то, пока не получается. Ну, там уже, да, тавр начинает отпушивать в противоположную сторону, так что скоро все будет неплохо. Ну, слушайте, не хочет Акс пока лететь? Ему комфортно наверху,
Говорит, ну, может быть, и решили, что все-таки теперь не вдвоем, в принципе, Джакира да Экзотик Дир на гирокоптере против Бурды особо сильно терпеть не будут. Может быть, даже попробуют как-то там ее выманить, убить. Опа, First Blood. В центре все-таки Templar Assassin погибла. Ну, Дазл через яд ведь и бросал. Тут... Ну, и дальше Афоня доработал. 0-1. Спиритбрейкер даже и не помог. Ну, может быть, не захотел Спирит Брейкера. Но на самом деле, видишь, он тут, он наверное, бежал. Он был где-то далеко. На топ выход сейчас надо сделать с Дазлом, с Мейден, с Пучом. Попробовать реализовать. Большой левел Кристал Мейден тоже у него третий. С Дванюка есть, вот. Не, смотри, еще не взяла. Ну, а, не взяла. Ну, сместиться попробовать. Вот-вот-вот. Да-да-да, байт, фростбайт. Хотя отсюда можно. Ну, ну непонятно даже почему. Странно. Колба и хук, это же... Ну, и под тауэр сразу и, да? взлетает. Странно, почему так не делают. Ну, там, там как бы и крипов-то особо нет, чтобы можно было сказать, что Акс будет крутиться, там еще всех вертушкой поубивает. Ничего такого нет. Странное решение. Может быть, просчитали, что все-таки не хватит, потому что там у Акса вроде 800 хп. Но опять же, и брони, правда, у него 6. Ну, не знаю. В общем, можно было, наверное, что-то придумать. Соплями, с линиями делают. Так, разгон. Побежал на центр, видимо, или нет? Это просто бежит по крипам. Ой, Акс сейчас много крипов заберет, сколько? О, давай еще подойди сразочек. Нет, не хочет больше. Не крутился. Но бежали от него крипы, поэтому, естественно, не били, и он не крутился. Так. Ну. Ну, а теперь, мне кажется, что Пуч все-таки с Crystal Maiden против Герокоптера и Джакира уже сейчас может что-то придумать, потому что левел-то он набрал. Пятый левел, у него длинный хук. Хук много дэмэджа вносит, да и Crystal Maiden тоже как бы... Ну, если только под тауэр. Ну, да. Не хватает, конечно, новый кристалл. Ой-ой, подставляется, как же подставляется. И, ну, не получилось заморозить. Так, дает юг, хукает гирокоптера к себе, Пуджик. Сразу же разгон по Пуджу, кристалл Мэдден пытается что-то придумать. Он поджигает ее, Джакира, еще пару ударов, она погибнет. Она сейчас просто сгорит напросто, да, сгорает. Ну, Тем зачем подставился, я не понимаю. Так, Пуджик. Прям на айс пас и даблкил Джакира оформляет. Просто подставился кристалл Мэдден зачем-то. Ну, да, это было ну, непонятно. Странное решение. Варда у них там не было, она просто вышла, действительно, и два персонажа ее словили. Сразу же так вот связали там Парасасина и просто с руки, бить с руки, но Тавр-то пробивает, а как неприятно Афони, ой, убивает ее! Хорош, ремня-то поставил, там переместился на него, но замораживает его Джакира, неужели это будет трипл килл от Джакира какой-то еще полетели? На хостах еще отопьется, по идее. Хотел сирен-чейн сделать или сделать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это хук, прям на full range, и по Тавр, хорошо, он Джакира замораживает, и падает сюда, Афони отделяет, вернется. Пуджик, возвращайся, связывай хотя бы Джакира, но на хасте можно что-то придумать. Так, Джакира к себе хукает, хорошо, минус Джакира. Айс паспорт перед смертью дал, Пуджу очень больно, сейчас должна Тхварка его убивать. Пуджик, очень мать просто в лицо, Пуджик еще живет, нет, погибает, донает себя, лол, Пуджик, красавчик. А погоня продолжается привязывать, сейчас Темплар Ассасин больно, и Дазл захиливает, хорош. Вот ответочка пошла. Эриген сверху еще забирает. Бонус победителю. Бонус победителю. Да. Неплохо, неплохо. Как дела у Акса? Давайте посмотрим. Ну, крипов миллион, конечно. Левел у него какой? Левел у него 7, у Бруды тоже 7. Он много не добивает. Очень много не добивает. Я смотрю на него. Пропускает крипов на фрифарме. Угу. То есть вот этих лайновых крипов, да, ты имеешь в виду? Да. Которые... Он с автоатака чуть ли не долбит. Выход на гирокоптера на топ. Очень опасно сейчас может быть, но Джакира тут как тут, тут как тут. Ну тогда двоих примут. Возможно, ну вот-вот-вот, зацепили, хорошо, давай, связывай, колда, он есть. Где броня? Броня уже есть, замораживает, не получается. Афоня дальше уходит на ремената, привязывает двоих. А теперь просто с руки бить, еще пару ударов, но Геркут расстрелил. Ты пас отменил, ты пас, ну понятно, что не уйдешь. Еще один удар, ремент полетел, забирает на реминате, хорошо. Но Афоня тоже больно, Джакира там замороженный. Нет, мана, надо замораживать тут Афоня. Ну и... Что ж ты? Ой, хорош, 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 минус Джакира, а Пудж уже пожирает наверху. Спирит Брейкера, минус 3. Хорошо, Хеллрейзерс. Да, Пудж все-таки как-то вдохнул в них жизнь. Ну, наверное, это не, там, прям не заслуга одного Пуджа, как-то просто немножко другая игра. То был Пуш, а сейчас как-то... Как тут стратегию? Что они сейчас исполняют? Просто ганги или как это назвать? Просто драки? Просто драки. Просто драки. Просто папочка. Разыгрывают. Счет-то 10-2 уже у нас на 8-й минуте. Эта игра у нас слишком интенсивная. Слишком динамичная. Слишком много киллов уже. Да, постойте, не спешите. Вы да куда? Нет, пускай продолжают. Наоборот, круто. Наоборот, хорошо.
Хорошо. Ну, может быть, попробовать Акса принять, но он неприятный. Тогда, может быть, действительно не трогать Акса, если хорошо все получается на топе. Может быть, еще... Вот они пришли уже сладенькие. Вот давайте их еще раз убьем. Можно еще разочек. Как бы все есть, как бы Пудж есть, ультимейт есть, Спирит Брейкер тоже там есть. Crystal Maiden стала сильнее, только лишь левел 4. Спирит Брейкер улетел. Ага, ну вот все, так теперь можно забирать. Ну, нужен, но забирать? Тут вард, к сожалению. Вард видит Афоню и. Нету поэтому... Андершока, тупо нету Грейва. Ну, видимо, это объясняется тем, что они там на центре хотели быть агрессивными, так вот эту Пларку напрягать. Отравлять ее. Отравлять ей жизнь. Или как? Ну, такое. Так, на единичку поездом берешь. Грейв нужен. Как без Грейва играть? Так, жжется, смотри, на центре. На мере Суприм. Да. Ну да, Грейв, в принципе, ну, как бы, полезный скилл. Сразу же арсенал у тебя всех трех скиллов доступен. Там на единичку хотя бы один и второй берешь, да. Ну, так вот решили. Но все-таки решили Акса забрать. Смотри, Дазл там очень серьезно себя подхилял. Крипы подошли. Ну, надо теперь с руки-то просто Акса добить. Акса ультимейт по крипам или что он делает? Ну, пытается что-то придумать, да. Ему давно надо было дать ультимейт в крипа и убежать просто. Да, на ускорение, но... Что-то отменил. В инвизии они стояли только. Ну, в общем, Акс погиб. Акс погиб, но у него... Слушай, Вангвард же, вот, наверное, что мы когда вспоминали, какие артефакты новые, Вангвард же прям жестко забустили. Или не жестко, как считаешь? Ну, то есть он теперь 100% блокирует урон. Ну, хорошо прибавили мы. Это не какая-то жесть, но прибавка существенная. То есть меньше блокирует сейчас, там не 40 урона, но все равно 100% зато, то есть постоянно. Да. Это очень круто. 3.11, минута под номером 10 уже пошла. Акс Вангвард вынес и летит. Так вот, сразу же броню. Сейчас его уже не убить. Да, тут. Ну, реально, пауки по нему вообще, наверное, не дамажат. Сколько у них там? Я, кстати, не прочекал. Ну, вот эти вот маленькие, там же два вида пауков там. Да. И вот. Забирает поджал у нас на топе. Так, ну может быть разменяться получится, если кто-то уже сюда прилетит на могут каких-нибудь терминалах. Эмпер Спирит по-любому ловить одного героя точно будут. Так, скорее всего, это будет гирокоптер. А, и 2х связал, хорошо, Джакира это никуда не героя. Ну-ка, 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 минус гирокоптер. И Джакира, не уйдешь. Ну, это неплохо было. Это было. Афоня, 6-0-4, опять тащит Саляндру. Вовремя ТП-шнулся. Ну, почувствовал. Ну, на самом деле, на гиркоптере у него все, на вайпере все хорошо получалось, но потом просто пересилили АТН, и сейчас вот так вылетел Афоня. Будем ждать, пока он вернется. Акс, конечно, очень плотный, но тут есть небольшая... Ну, это чтобы проблема, как бы, Акс против Брудых, ну, грубо говоря, будем считать, там, отстоял нормально, в принципе, там защитился, да, и защищается от Бурды, будет продолжать это делать, тем более с Вангвардом. А как дальше действовать с Аксом? То есть, что делать там? Прыгать как-то, агрить на себя Crystal Maiden? Или еще против Дазла? Может быть, слушай, а может быть он Грейв не брал, потому что там Акс будет убивать? Ну, это глупо, мне кажется, не брать, потому что Акс там будет ультимейтом своим все равно пробивать его. Ну, в общем, в лейте будет полезный персонаж, там, как минимум, все-таки того... Героя у HellRaisers, кто получит Грейв, может как-то быстро убить. Бывают моменты, когда все-таки Грейв не пробивается, когда не рассчитывает дэмэдж. Ну да. Там какие-нибудь юзаются ультимейты, ты в это время прижимаешь стики, и он не попадает в, как раз в критическое число, когда может убить. Много моментов таких было. Как, мораль какая, покупайте стики. Мораль, покупайте стики, да. Будет вам хорошо. Ну, давай проверим. Стики есть у Crystal Maiden. У Бруды, кстати, Сален скоро будет. Дазла тоже есть стики. У Пуджа есть стики. У Спирита есть стики. Ну, вот они. Вот они, профессионалы. У всех, у каждого просто по стику. У каждого по стику. Крипочки уже подходят, причем вместе с телегой. Смотри, Сайленс. Для меня Сайленс — это такое знак вопроса на этой борде. Потому что если собираешь Сайленс, ты должен ее реализовывать. Некоторые команды, они просто уходят сразу от Бурды, с этой линии, начинают доминировать другие линии. Когда у Бурды появляется Сайленс. В соло герои сюда не должны приходить под бурдовский Сайленс. Всегда должны быть при помощи кого-то, суппортом. Потому что если соло стоит, то, конечно, это Бурда заберет.
Если Silence не будет реализован, и будет вопрос, зачем тот Silence собирался? Собрала бы там какие-нибудь фейзы, дизолятор, Владимир, и то лучше было бы. Ну тут еще просто затыкать, так вот нет какого-то пака прям, или там спирита, которому Silence просто крест на нем ставит, на его карьере выход, дальнейшей. Выход у нас на фоне, на фоне видит, видит его. Ну, замораживать надо, замораживать. Надо замораживать, надо разгон, заморозка, колдаун. Ух, все полетело. Может быть, реминант есть запасной. Какой-то запасной где-нибудь, реминант! Нет! Господи, так ему не повезло. Он бы улетел, если Рекер второй раз не толкнул бы. Да. Но, возможно, будет размен какой-то. Пуджик хукает Ланаю и теперь пожирает, сбивает ей рефракшн. Просто дальше жрет. Джакира примораживает. Должен помогать Готэм каким-нибудь образом. Минус Темплар Ассасин. Хорошо, есть ТП от Дазла. Дазл подхилял. Еще хук, 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 хук. Хорош, иди сюда. Дабл. Сейчас, линза скоро будет у Пуджа. Ай-яй-яй. А еще хук. Джакира замедлили. Так, 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 одна секунда, одна секунда. Манти Джакира дает вижен. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и вот получается, что тогда забрали Пуджа, но ответили смертью троих персонажей. Hellraiser сейчас то же самое, забрали Спирита, но троих потеряли. То есть выгоду прям серьезную извлекают Hellraiser. Это даже не назвать разменом, это ганг. Вроде как гангали АТН, но пострадали-то они же. Годем не заканчивает. Еще хочет наказать гирокоптера. Ну почему бы и нет? Снизу ганг на нишу. Ой, какой жесткий подхил на пол хп просто от всех пауков. И вот он маршит. Вот нельзя сюда в соло приходить, нельзя. Андершок, четвертый поизон, четвертый хил. Хорош. Нормально раскач. Так, я тебе говорю, он сейчас дезоль купит. У него уже медалька есть. Минус Джакира. Так, где-то там овночка. Где линза-то? Линза, линза. Вот кольцо летит. Есть линза. Да. Отлично. Ой-ой-ой, по попе попало Фонину. Хотел хукнуть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 1500 раньше там. Хорош. В общем, Пуджа так далеко хукать, теперь будет еще дальше хукать. Слушай, а подскажи мне, я вот, честно говоря, не знаю, а рейндж, допустим, если я Юл соберу, то Линза тоже будет рейндж Юла увеличивать? Да. Только скилл... Ага, окей. Ой-ой, нашли гирокоптера. Кстати, где сразу же полетели туда. И ультимейт от Годема хорош. Ну ничего, не помогает. Немножко не такой, как хотелось бы, хук, но... Нет, не проблема. Это не проблема. 8 уже флеш-хипов у Пуджика имеется. 1500 хп, немного брони. И готов он дальше кого-то хукануть. Кого-то тянуть. Так, и... Ой-ой-ой, прям из-под крипов вытянул. Очень хорошо, реминанты полетели. Суприм в инвиз уходит. Да. Прям напоминает. Неплохо. И дальше перемещается за Джакира. Джакира больно, Джакира плюется, но Джакира сейчас погибнет. А они там могут еще и зацепить, допустим, вот этого Спирит Брейкера и цепляют живую Пуджу. Куда ж ты под место? Раз он уже. Ну а Афоня там чуть-чуть помешал. Достал бы, кстати, Пудж. Достал бы. Да, Пудж, да, он доставал Афоня немножко. Ну, хотел забрать всю славу себе. А может быть, как раз он вот вылетел в этот момент. Отключился. Да, это они поссорились сейчас, по-любому сказать. Это отмазки. Да-да. Это отмазки, забей. По-любому, он его хукнул уже второй раз, и там что-то какие-то плохое слово вылетело, и тот рейдж квитнул. Это всегда так бывает. Может быть. Уж поверь. Да? То есть такое было. Я хорошо, я все, я записал. То есть это такое возможно. Но потом, конечно, после игры все приходит в норму, правильно? По-любому было консоль, Q, Tap, Enter. Как выходили раньше. Знаешь, сейчас, в принципе, так же выхожу. Меня, кстати, один раз словили на этом. Я когда-то Alt-QQ, говорит, набежи Alt-QQ. Это было еще, по-моему, во времена там Гарены, вот это вот, что-то такое. Ну да. И левнул сразу. Mm-hmm. Без права на возврат, кстати. Да-да-да-да-да. Если левал, там уже наверняка. Ну там под конец уже как-то появились эти реконнекты, но все равно это такое было. Первый доте. Да. Ностальгия. Угу. По первой доте. Какой тебе в первой доте герой больше всего не нравился? Не нравился. Угу. Не нравился. У меня они, в принципе, во второй доте также остались. Также остались. Да, это Лондроиды, Мипа, Чен, Инвокер. Ну, такие персонажи. У которых много кнопок? Ну, суммонов я не люблю. Ага. Очень не люблю суммонов.
Причем на Энигме могу спокойно играть с этими же суммонами. На Дриаде тоже могу играть. Но почему-то вот именно эти герои с суммонами мне не нравятся. Ну, а инвокер, ты имеешь в виду суммоны Фарджи? Типа вот поэтому... Не, инвокер, в принципе. В принципе? Ага. Все вот эти заклинания мне не нравились никогда. Я все задачи не ставил научиться играть на этом персонаже. Я понял. А может быть, ну ладно, ты все. А тот инвокер, помнишь, который изначальная там версия, там триллион скиллов, 27 или что-то такое, там прям такие жесткие скиллы у него были. Телепорт к тебе, хук туда, хук назад, ультвиверн, кстати, у него был. Я не помню, что такое инвокера. Не. Ну, по-моему, его ни разу и не выпускали, но есть там еще можно в сети найти где-то билды вот с тем прям жестким инвокером, которого хотели там как бы сразу выпустить. Вот когда... Ой-ой-ой, Акс наконец-то реализовывает, ну, почти реализовывал свой врыв. Ульту, годдам, ульту. Ай-яй, хорошо, Акс сейчас убьют, и там уже просто через грейв Дазл все переживает. Ну-ка, ну-ка, Крисломода правда погибает. Размен 1 в 2, дальше можно драться или нет. Бурда подошла, Сайленс дает Джакира, Джакира больно, Джакира бежит назад, но битва уже закончилась. Хук, ну, в принципе... Мог бы там кого-то вытянуть, но не получилось. Так, двоих замораживают, еще и поджигают. Двоих тоже и замедляют двоих, да что ж такое. Но очень плотные парни. 2 в 2 получилось. Ну, потеряли двух саппортов Hellraisers, а Тены потеряли... ну, Акса нельзя назвать саппортом. Они потеряли Спиритбрейкера, который там саппорт, и Акс, который там коренной оффлейнер, давайте так его назовем. Ну, во-первых, очень странно было, что здесь делал Дазл вообще. Зачем он сюда подошел? Бить крипов там. Ну, стой сзади, тебе положено сзади стоять. Может быть, это так байт такой был? Ну, какой странный байт. Странный байт. Так, вот, 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 полетели реминанты, цепляй, цепляй, привязывай, завязал, завязал в жилочек, хук, хук, отлично. Пуш там хукает, дальше идет вперед. Или Сашу, ну, там салец на экзотик дира, Акс вырывается, Агрит на себя, Афоню замораживает, Афоню со всех сторон бьют, пуш, спасай каким-нибудь образом чудесным, не получается, но он дает размен, очень даже неплохой, и дальше замедление, яд по Аксу, Акса просто пожирает Пуджара, и вот он делает, что мы там говорили. Салат, надо тимвайп делать, надо гонять, догонять надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! У него бешеный рейндж, 1500. Брависсимо. Это прям последним крючком зацепил. На ноготок так, иди сюда. Ух, мастер зимней рыбалки. Ну, 10-4 у Пуджа. Ну, это вот этот конвейер, когда был на миде, вот здесь вот. Как он пошел там, по-моему, 4 фрага подряд сделал. Да-да-да-да. Слишком круто было. И башит. И бахит. И да, как-то так. Ну, смотрите, у Пуджа-то уже и хпшки там практически по 2000. В Пудже, что хорошо, что он жирнее становится со временем. То есть, как бы, его, ну, может быть, ну, есть такие герои, которые, там, грубо говоря, Клейту, да, начинают терять свою актуальность. А Пудж, он, ну, допустим, много дэмэджа там он не вносит, да, скиллами. Ну, грубо говоря, да, хук у него там как был на там 450 с аганимом, если он его соберет, так и останется. Ну вот, но с другой стороны, он плотный, он может тупо впитывать все, он может гоняться, он может за счет того, что у него 2500 хп, там есть немножко брони, и он просто бежит за вами, бежит, впитывает в себя урон, потом еще и хукает. С аганимом вообще катастрофа, 4 секунды кулдаун. Так что вот этот аганим, который ему изменили, это, вот, мне кажется, очень серьезно его апнуло. Как бы, ну, не то чтобы там... Ладно, смотрим. Есть на разгон. Топе, надо Афоню спасать. Ага. Ну, Афоня, есть у него реминант запасной, да, и путь. Ой-ой-ой, как повернул слона, и хорошо. Так, и ультимейт от Годема, хорошо, Ниша стоит, Ниша! А его не видит, уходит. Он очень грамотную позицию занял. Просто с лесочка ультимейт Ты посмотри на этот рейндж ульты Пуджа. Ну, это Аганим еще не долетел. Так, давайте смог и бежим дальше. Ну. По-моему, давай. Ему уже все равно кого убивать, если честно. Кто угодно сейчас может. Ой-ой, гирокоптера обратите внимание, да? Какой там у него нетворс? 5200, то есть тот нетворс, который должен быть на 10-й минуте. Он на 20-й. Ну, вообще, вот. Crystal Maiden догонит скоро. Ну, Крен, да. У нас Crystal Maiden с даггером. Ну, понятное дело, такой счет. Там можно уже с аганимом быть. С блокинбаром каким-нибудь. Так, ну Пудж готов хукать. Так, убери крипов, шачло, и Пудж хукает. Нет? Ну, ему бы блинк, он бы хуканул. Чтобы быстро там сократить дистанцию и прям... Так, увидели вроде Пуджа, там Акс попинговал, что где-то там он стоит. Ну, по-моему, Ланая все равно. Она говорит, да, все равно проиграли, сейчас я отдамся.
Так, 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 так. Пуджик, Пуджик. Есть трапа, Пуджик замедлили. Ниша бежит. Надо. Пуджик очень толстый, на самом деле. Угу, но... Так. Но его убивают все-таки. Но он дал ультимейт перед смертью, колдаун полетел. Пошачло, шачло БКБ прожал, вот так вот все в него просто дается. Но шачло сражается с Нишей. Там еще подходит годом, годом с ультой. Есть, Эгис выбили, хорошо, ай-ай-ай, сбивает ультимейт. Но Афони уже летает, Афони уже просто расстреливает всю команду, разбивает его. Экзотик Дир бежит, бежит Дир. А тут опять сейчас будет минус 4. А, уйдет Ланая просто, будет минус 4. Я, скорее всего, уйдет, но не факт. Ну, она не знает, что все-таки делать, идти или не идти, но... Да-да-да, спокойно. Угу. Ну, вот только что мы обсуждали с вами, да, что пуч все-таки реально не теряет своей актуальности. Плотный пуч, в него пришлось все просто выдать, а он еще там ульту прожал под конец. Смог там чуть-чуть похиляться, то есть дополнительно время потянул. Тупо какой-нибудь гост еще можно впихнуть, потом после агонима он вообще будет жить. Выживать и добра наживать. О да, о да. Ну, видно, HellRaisers разозлились очень серьезно после вот этого обидного поражения на первой карте. Сейчас они просто рвут и мечут. Но Пуч, к сожалению, откладывает появление Аганима там на какое-то время, пока он там... Но... Мудро ли это разбегаться? Вот в такой ситуации... Все-таки, ну, мне кажется, HellRaisers уже 100% победили. А АТН, думаешь, они понимают, что они не затащат эту карту? Или они вот почему-то считают, что, ну, там, есть у них надежда? Как? Ну, если не выходят... Ну, в доте так не принято ливать. Как бы, ну да, ты понимаешь, что ты можешь не выиграть, но чисто теоретически в доте можно выиграть всегда. Чисто mm-hmm. теоретически. Всегда кто-то затупит, кто-то отдастся без байбека. Mm-hmm. И тут-то ты победил. Тут-то ты... Ой-ой-ой, какая же агрессивная Crystal Maiden. Хорошо, бежит. Делать? Ну, вся все приняла. Ну, наверное, думал, что команда поможет, как-то там пойдет вперед, но не пошла. Папочка уже начался такой конкретный. Ну да, вот, кстати, к вопросу о том, что победить можно всегда. Да, вот еще пару таких врывов там и... Хэйр очень расхлебанные играют. А, знаю, знаю, это я. Кстати, темпларка себе купила вот этот самый Dragon Lance. Особенно, когда чувствует преимущество. Ага. Ну, темпларки неплохо. Dragon Lance. Как раз на сколько там? 130. 130, у нее стало 510. А было 380. Ну, теперь она настоящий ранжевой герой, можно так сказать. Ну да, почти как Венга бьет. Венги. Венги, кстати, рейндж как у темпларки почти. У Венги 400, у темпларки 380. Вот стало 510, у Венги там 530 становится. Ну, так что нормально. Окей. Кстати, у Шачло еще 2100 монет на руках. То есть, либо там он какой-то на байбек, может быть, оставляет. Да, еще будет демедж, будет уходить. В Дезоль? Или Владимир? Может быть, в Дезоль, может быть, в Владимир, может быть, сразу в МКБ доедалось какие-то. Ну, по сути, да, сразу как бы жесткий артефакт, чтобы там прям вообще не могли заикнуться от Эны ни о чем. Дурашан какое-то время еще нам придется подождать, друзья, а пока мы просто пофармим. Опять же, вот тут Шачло на линии остается на всякий пожарный случай, если кто-то сюда придет, он попробует с ним разобраться. Ну, а остальная часть команды закупается смоками для того, чтобы пойти попробовать подраться. Ну, сейчас, наверное, все драки уже будут проходить 5 на 5, потому что АТН понимают, что по одному они вообще ничего не могут никому сделать. У Герокоптера вот БКБ появилось, теперь будет полегче. Crystal Maiden, может быть, не так будет мешать. Ну, опять же, надо прожать это самое БКБ, и не факт, что именно тебя Пуч не захочет хукануть. А, разгон, 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 разгон. На мидл видит Пуджата. Пуджа видит. Можно прыгать двоих? Нет, в одного. Хили сразу надо. Моментально хили, чтобы уже хил откручивался. Так, хил откатывается, ультимейт по андершоку, колдаун сверху залетает, Пудж живет, Пудж ультимейт, Crystal Maiden, где ультимейт, где ульта, нет, не дает ничего, БКБ у Экзотик Дира, Пудж разбегается, Грейв, Пуджу рановато как-то, но все равно Грейв, окей, порезал просто всех, лол, они там что-то жили, пытались, что-то придумывали, а потом просто резанул. Вот что сейчас играть, вот трипл килл он сделал. Да. Ну и... Сейчас доедалось появится, они все будут стычки умирать. С одних хвестов. Ну. Пуджа уже не пробивает всей толпой. Я говорю, ему либо гост, либо армор подкупить, и вообще не пробьет. У него 3000 хп, 3000 хп и 10 армора. Вот еще один арморчик добавляешь, какой-нибудь там плейтмейл или что-нибудь из этой серии, и все, Пуджа не пробить будет. Если АТН не забанят Пуджа, HellRaisers его пикнут?